Так, прямой эфир для тех, кто не верит, может думать, что я сумасшедшая какая-то. Значит, вот Сенат, а вот, значит, я сейчас зайду к сенаторам. И Новаиская область. Сейчас переключу, чтобы меня видно было. Новаиская область, извините, да, у меня брат умер. Значит, смотрите сюда, Новаиская область, которая не понимает, как работать. Я вас сейчас научу. Почему сидят в кресле и говорят, «Мана вакалат мне кармиде». Какого черта вы там сидите, если вы там ни черта не знаете и не можете? Почему какая-то молодежь говорит, это в мою компетенцию? Какого черта ты там сидишь тогда? Зарплату получаешь? Я тут 5 лет не сплю, метро чищу от детей, от стариков. А ты там сидишь, мне рассказываешь, приемная, значит, мне говорит, обед. Какой обед еще 20 минут рабочего времени? Кто работу будет делать, если все будете сидеть и говорить, что обед? Я не сплю вас здесь уже 5 лет, чищу метро. Что это такое вообще? Кто будет президенту отвечать? Где гендерное равенство? Что это такое вообще происходит? Сейчас сорвете мне встречу по гендерному равенству, будете отвечать лично президенту. И НГМК, и Хакимиат Новаиской области. Я, значит, работы веду. Я сейчас не буду трогать тех, кто мне брата убил, кто меня выкидывал. Это отдельно через мясорубку каждый ответит. Почему мой брат работает на весь мир, его сестру убивают? Почему мой брат работает, детей своих не видит? Его сестру добивают, его брата убили. Сейчас за все президенту ответите. Сейчас за каждого, кого вы там убивали, выкидывали, за все ответите. Поняли меня? Значит, я за народ. И за президента. А все, которые мафия, которая там что-то делает, сейчас все будете отвечать президенту. Народ хочет встречу с президентом, поняли? Она будет. Я сейчас, если сорвет, хоть кто-то мне сорвет, значит, перед выборами сорвете мне встречу с психологами, международного уровня психологи, ответите лично президенту за гендерное равенство в Узбекистане. Я тут 5 лет не сплю, детей в метро чищу, в МВД звоню. В комбинат звоню, в Сенат бегу. Где Джон Кьюярля? Тана Джон Кьюярля? Немахлебсаля ватанне? Немахлебсаля саля? Таллякенне? Сейчас все ответите мне. За моего брата, за всю мою семью ответите. Поняли вы, кто меня выкидывал, кто мне семью разбил? Сейчас президенту будете все отвечать. Сорвете мне встречу, будете лично президенту отвечать. Все, на этом все. Каждый, кто сидит в кресле, пусть отвечает, он зарплату получает. Почему в приемной мне говорят 20 минут еще рабочего времени, обед? У меня тут нету ни обеда, ничего. Я не сплю 5 лет, сижу, стратегии придумываю, как помочь народу. Вы какого черта там все сидите? Что вы там вообще делаете? Вот там парвары должны работать, а остальных всех на Украину? Всех? Идиоты. Почему я должна вот здесь за родину бегать, а вы сидите мне? Я не поняла, вы что, сумасшедшие? Нет, я нормальная. Вам брата убьют, я потом посмотрю, какие вы там будете, сумасшедшие или нет. Хамень жауберасан хозы навой конучин. Хамень. Мисарубка клемен. Заравшонны? Заравшонны хама халки кутяпты. Президент блям встреча. Хозы мэн сенатке келдым. Жауберасан хамень утырген кресланге. Хама. Ёшлэмэнге. Ёшлэнэ. Ишлэши урдэтмэнге сэлла. Мана вакалатымге кірмейді. Кімні вакалатымге кірады? Немаке ман 23 жыл тоғыр ішілігемін. Немаке хамы іші қылияма ман беді бешілен бен. Вакалатым нема. Жауап ересілі халқы үшін қозы. Хамень.